Фестивали, концерты, выступления, а теперь и национальный рекорд. Грузинская пианистка провела за клавишами больше суток, 25 часов, не отрываясь. Она играла свои любимые композиции за ловкостью рук и небывалой выдержкой. Все это время наблюдала моя коллега Мариам Балквадзе. Зал Национальной парламентской библиотеки Грузии. За роялем 29-летняя Тамар Бабилуа. В течение 25 часов прозвучали более 500 произведений. В репертуаре классика, современные пьесы и собственные сочинения пианистки. Было очень сложно, честно говоря. Психологическая подготовка, думаю, важнейший фактор. И что самое главное, мне все удалось. Хотя я очень и устала, я все же счастлива, поскольку занимаюсь любимым делом, установила национальный рекорд. Достижения Тамар зафиксировали специалисты из Федерации рекордов Грузии. По условиям перерыв только на 15 минут каждые 3 часа. Из еды вода и йогурт. Она большая молодец. Ее достижение имеет огромное значение и для Грузии, поскольку подобных попыток еще не было зафиксировано в стране. Мы можем подтвердить, что достижение Тамар является первым и единственным результатом, который завершился успешно. Стойкости и упорства Тамар не занимать. Пианистка решила установить этот рекорд еще в прошлом году, но тогда у нее был обнаружен рак 3-й степени, и врачи запретили ей такие нагрузки. Поддержка друзей и близких, которые называют ее ласково Баби, помогли ей справиться с болезнью. Такие, как Баби, рождаются раз в несколько столетий. Конечно, было очень трудно для нее пройти через все это, но мы, когда смотрели в глаза Баби, видели ее упорство. Мы, конечно, верили в нее, и поэтому эти 25 часов прошли очень быстро. Справившись с недугом, Тамара все равно продолжает сильно болеть музыкой. Девушка-лауреат национальных и международных конкурсов и фестивалей. И сейчас уже начала готовиться к новому мировому рекорду. Мариам Балквадзе, Шалва Сурамелашвили, Мир 24. Тамар Бабилуа играет на фортепиано с 3 лет. Она победительница многочисленных национальных и международных конкурсов.